Каджол Девган. Каджол известна своим смуглым цветом лица, но все еще правит Болливудом своим очарованием, хотя ее густые брови не изменились. Можно заметить значительные изменения тона ее кожи. Она сменила цвет с темного на белый, но отрицает, что ей оказали медицинскую помощь, и говорит, что это было домашнее средство. Дипика Падукони. Дипика – мультиталантливая красавица, имела смуглый тон кожи с тех пор, как вошла в киноиндустрию, но, похоже, она хотела поддаться потребностям более светлой кожи, и она прошла отбеливание и теперь имеет гораздо более светлый тон. У Бипаши Басу был очень темный оттенок кожи, и ее часто критиковали за это, несмотря на то, что у нее было отличное тело и большой талант. Позже она прошла курс отбеливания, и теперь она, по крайней мере, на 2 оттенка светлее. Приянка Чопра теперь стала мировой звездой, и, как говорят, с большой славой приходит большая ответственность. Таким образом, она должна была улучшить себя, чтобы увеличить свою фанатскую базу, и прошла отбеливание кожи, и теперь имеет совершенно другой внешний вид. Шилпа Шетти стала еще красивее с возрастом. Ее тело даже после рождения ребенка выглядит потрясающе. Перед тем, как выйти замуж, она сделала операцию на носу, а отбеливание кожи стало заметным. Хема Малини, которая когда-то была самой великолепной женщиной Болливуда, прошла отбеливание кожи, чтобы чувствовать себя более комфортно и элегантно с ее внешностью. Ее усилия окупились увеличением числа поклонников в то время. Рекха тоже известная красавица, и у нее было много поклонников. В то время, когда она была на пике своей карьеры, эта актриса и модель прошла отбеливание кожи в то время, чтобы привлечь больше внимания. Шридеви. Шридеви, которая была популярна во всей стране, сделала себе пластику носа и отбеливание кожи, чтобы чувствовать себя лучше, чем раньше. Читрангада Сингх. Одна из самых сексуальных актрис Болливуда, которая украла сердца своей потрясающей смуглой красотой в фильме «Дейзи Бойс». Она также подверглась отбеливанию кожи. Фрейда Пинто теперь мировая актриса, и ее признали в Голливуде за ее индийский коричневый цвет лица. После этого она прошла отбеливание кожи, хотя она посветлела всего на 2 оттенка, но это заметное изменение.